Всем приветики. Пришло ко мне в обычном почтовом пакете целлофаном. Такая вот насадка для моторчика. Наконец-то то, что надо. Я заказывал, и то, что надо, пришло. В прошлый раз пришла такая же. Но только была одна шайбочка здесь. А должно быть две. Между ними должен зажиматься диск вот здесь вот. И сверху закручиваться гайкой. Дальше должно надеваться на мотор, на вал мотора. Ну, как раз сюда так вот подходит идеально по размеру. Правда, дальше уже не налазит. Хотя предыдущая поналазила полностью. А это что-то не хочет. Реально. Оно так тяжело вообще вставляется. Оно доходит ровно до момента с отверстием. Дальше не идет. Предыдущая заходила. Но зато здесь болтик. Болтик как раз подходит по размеру. В предыдущей такой насадке он проваливался. Но в предыдущей насадке он был смазан, болтик, маслом каким-то. А здесь он не смазан ничем. Хотя я вот начал его закручивать, и уже видно, он блестит. Значит, все-таки масло все-таки было внутри этой насадки. И теперь она уже есть не на болтике. По идее, вот когда закручиваешь туда, он должен зажаться и держаться крепко. Но у меня не зажимает, потому что у меня даже неправильная бита. Ну, в общем, почему-то оно дальше вот сюда не залазит. Оно должно, вот, по идее, так залазить, наверное. Но почему-то оно именно вот доходит до отверстия и останавливается. Вот здесь вот упирается и останавливается. Но в старом, который у меня, я в прошлый раз заказывал, оно залазит полностью. Но там болтик был маленький, вот этот вот, и оно проваливалось туда. А здесь болтик тот, что надо. И, в принципе, можно с двух заказов собрать один. Вот такие покупки на Алиэкспрессе. С двух собираешь один. Это жестко. Ну, все, вот теперь, по идее, оно одето до конца. Но можно чуть небольшой зазорчик сделать. Там болтик, кстати, теперь уже не будет ничего торчать, вибрации не должно быть. И по идее. Вы просто там зажимаешь. И все. И оно будет держаться и будет крутить. А здесь что-то будет. Ну, правда, я не зажимал. Но суть в том, что мотор. Сам мотор теперь получается. Когда на него подаешь все 12 вольт, он включается и выключается. Нужно либо ему какое-то устройство для плавного запуска, чтобы он постепенно раскручивался и на максимальные обороты, либо ставить ему регулятор оборотов и выставлять половину. Ну, чтобы он автоматически запускался, на половину не сможет. Либо другой мотор, который сможет сразу на полные обороты выходить. Короче, сэкономил. Короче, там была такая штука, что подставка, мотор, насадка и пила, все в комплекте, по-моему, стоило $28 или что. А я решил сэкономить. И в итоге где-то за 20 заказал, все по отдельности. И в итоге что-то не подошло, вот типа где-то вот болтик маленький, еще одну заказал, вторую такую штуку. Подставка подошла, мотор при подаче питания максимального включается и выключается. Я думаю, там все было бы нормально. Если бы заказал бы комплект, хоть и дороже бы получилось на $8, ну так, не 20, а $28, например, долларов бы вышло. Но зато все болтики подходили бы, крепления подходили бы, мотор, я думаю, бы сразу бы запускался. Хотя кто его знает, как оно было бы. Вот. Ну, в общем, суть в том, что на этот раз пришло все как надо. Две шайбочки, болтик подходит, но не до конца не залазит вал. Такие вот дела. На Алиэкспрессе покупаешь вечно что-то не так. Вот, в общем, такая вот покупка. Ну, а на этом все. Всем покедово.